Добрый день, подписчики и гости канала. Сегодня рыбалка на зубастого саргана закончилась охотой на зубастого баклана. Выскочил на 2 часа на море попелькерить саргана. На море штиль, температура воды плюс 22. Пирс-юг был, как всегда, переполнен пелькеристами, бомбардистами и прочими истами. Поэтому я попытал счастье на пстом пирсе и не прогадал. Есть. Он хороший. Пару поклевочек сарганчика. Там дергают хорошо. Ну, там стоять негде. Я поэтому лучше здесь поймаю. Ты здесь что-то стоял? Ну, я 2 штучки поймал. Ну, я тоже поймал штук 5. Ну и хватит, а? Там просто кидать невозможно. Там же стоят на углу. Там бомбард. О, нет, а я бомбард. Вот и у меня как раз есть хороший. Баклан решил приводниться на пилькер и получил зацеп за мягкое место. Цапнул, вон, посмотри. Ну, цапнул сейчас. О, все. Пошло. А. Ты меня хочешь цапнуть, да? Операция по спасению продлилась 15 минут. Приключения баклана продолжили реактивные яктерьеры.
Баклан получил испуг, флюорокарбон – порезы, а я – море адреналина. Всем ни хвоста, ни чешуи.